За мной, конечно, подглядывает малек. Но делает вид, что спит. Так. Дракончик, ты еще не проснулся? Эй. Вот так себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да-да. Называется подняли, подняли. Так хорошо. Ой, теплая какая. Так хорошо кругом повернулась вокруг себя и спала. А тут подняли. Ну ладно, ладно, ложись. Вот тебе хвост, накрывай нос. Нет, видите, у нас продолжается балдежная неделя. Никуда не денешься с подводной лодки. И Алиса приходит спать. Теперь у нее нос не в песке, а в земле. Но лиса отдыхает. Видите, ее можно гладить хвост. Да. Лиса на подмену называется. Да. Ну, вроде как и укусить хотела, и вроде как не надо кусать, да? Ой. Ну. Никакой особой движухи нету. Но только вчера наглая ворона, Алиса сидела на пруду, а ворона подлетела, села около пруда с другой стороны и вытащила из земли кусок заначки, которая была у Алисы. Алиса даже не поняла. Спохватилась уже поздно, а ворона была уже, понимаешь, на дереве, закинула заначку на крышу, где ее и съела. Ну, конечно, это была очень большая наглость, и я думаю, что ворона очень долго выслеживала Алису, чтобы так сделать. Но она особо не расстроилась, как вы видите. Так что я думаю, что в ближайшую неделю видео будут вот примерно такого характера. Да? Тебе лень? Кусаться лень. Ну ты какая? Экономит силы и энергию. Не двигается. Не пищит. А помнишь, как ты меня кусала? Нет? Не было такого, не ты была. Как собак гоняла. Но особой активности в сюжетах не будет. О, нет, смотрите-ка. Все, Линька, страшное дело.